А вот в небольшом прудике их всяких разновидностей. Ну, на самом деле, утка обыкновенная, пруд-пруди. На той стороне еще один пауреаль чистит перышки. А здесь не пускают сюда уток. Почему? А нет, пускают сюда уток. Ха! Здесь работают лягушки. Фонтанчиками подрабатывают. Здесь не работают лягушки. А здесь работают. Так, вижу еще одного красавца. А почему девочек нету? Сплошное пацанье тут гуляет. Для красоты, что ли? Для Ах, только я сказала, вот же девочка. Вот она. Не яркая, не симпатичная, не красивая, не красавица писаная. Но производитель рода павлиньего. Так, куда-то ребята обогнали. Меня ушли. Да, я так давно здесь хотела побывать, наконец получилось. Я думала, честно говоря, Кампо дель Моро – это закрытая территория, при дворце, частная. А нет. Опа. Тын-тын-тын, тын-тын-тын. Ну что, дружище, не боимся мы ничего? Ягодки кушаем, смотри-ка. Утки тоже за мной припустили. Ребята, я ж не знала, что я буду рядом с водоемами. Я бы вам половину булки-то оставила. Вы что думаете, мне жалко? Нет, конечно. Ну, так сложилось.